Криптовалюту Мексики Агрокоин намечено предложить частным инвесторам для инвестирования в один из самых острых перцев чили в мире – чили хабанеро. Плантации чили произрастают в различных частях Мексики. Каждые 500 песо, 27 долларов в агрокоинах, подкреплены перцами, выращенными гидропоническим способом на одном квадратном метре. Прибыль, вырученная от продажи перцев чили, будет распределяться среди инвесторов пропорционально их вложениям. Владельцы плантации ожидают урожай в размере 60 тонн на гектар, что примерно равно 6 килограммам на квадратный метр. Их стоимость составляет порядка 70 песо за килограмм. Компания Amar Hydroponia, владеющая плантациями, планирует продавать до 80% урожая в США.